узнать победителей Атомкоскон 2024. Это здорово, но мы сохраним интригу еще ненадолго, потому что по традиции я подготовила для вас песню. Эта песня известна всем с детства, называется она «Прекрасная далека», и она получила новое звучание благодаря игре Atomic Heart. Аплодисменты. Слышу голос, и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная далека, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока не будь, а чистого истока, прекрасная далека, прекрасная далека, я начинаю путь. Голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, сквозь прошивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко. По-настоящему переходим к награждению, друзья! И мы начинаем со специальных гостей, поэтому я прошу вас активно хлопать, а гостей не уходить со сцены. И первым я приглашаю на сцену представителя информационного агентства «Русанимэфэст». Встречайте! Всем добрый вечер! Традиционно начинаем награждение за редкий косплей и вручается за игровое дефиле Милашка Чими. Она ушла! Значит, тогда организаторы передадут. Обязательно передадим. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, оставьте ваш подарок у куратора. Итак, следующий представитель – это HAOFEST и UnityCon. Пожалуйста, выходите к нам, поаплодируем. Большое спасибо. Итак, я здесь представляю два фестиваля. Первый – UnityCon, не будем медлить. Нам очень понравилась Зефирка Нацуки, Алина Лусенко и Каталептик Маус. Кажется, да, к нам кто-то бежит, очень радостно. Это замечательно, очень приятно, когда остается на награждение. Азу, это вредная такая жопа, но очаровательно было. Поздравляем! Спасибо большое за ваше выступление. Итак, HAOFEST и UnityCon ждут своих гостей, друзья. UnityCon в этом году не будет, потому что мы сочли, что в этом году это не очень своевременно. Однако каждый год у нас проходит HAOFEST, один из самых крупнейших фестивалей по китайцам. И у нас, разумеется, здесь они были, хотели бы призвать сюда Кутао и Незнайку. Спасибо
Мы вас очень ждем, у нас и всех остальных, кому Китай нужен, мы вас ждем, да, всех. Больше не смею задерживать, без того задержались. Большое спасибо всем пришедшим и оставшимся. Спасибо, до встречи на следующем апреле. Итак, теперь вызываем сюда представителя фестиваля SAFFAFEST, пожалуйста. Привет, это Коскон. Мне сегодня была большая честь представить аж два фестиваля. Начнем мы с SAFFAFEST. И от него я хочу наградить прекрасную красную королеву Соника Элис Нуандова. Аплодисменты красной королеве! Где ты? Так. И следующий фестиваль это Дикон. Дикон, пожалуйста. Отлично. В этом году у нас есть много разных новшеств в номинациях, и одна из них — это номинация «Джуниор» для ребят, которые у нас еще джуниор, маленький, меньше 18. И такой участник у нас сегодня получает спецприз — это Lucifer from Magic, Twilight Sparkle. Аплодисменты юным участникам Атом Коскон, поздравляем! Спасибо! Спасибо большое! Это был SAFFAFEST и Гикон по совместительству. А теперь мы приглашаем сюда представителя фестиваля Impact Wave. Привет, Дубна! Очень приятная поездка получилась, очень красивые номера, нам все очень-очень сильно понравилось. Но не будем тормозить, перейдем сразу к делу. Наш победитель от Impact Wave в номинации «Игровое дефиле Genshin Impact Grand Air Line 130». Кто-нибудь его видит? Бежит! Тут просто такой туман на сцене. Мы не видим вас, друзья. Аплодисменты! Спасибо большое! До встречи на следующем Атоме. Следующий наш гость — это мини-фестиваль из Санкт-Петербурга 18+, Хазбин Пре-Пати. Принцесса Гаити не любит бесов, но она очень любит демонов. Поэтому группа KISS — лучшему демону. Дальше у нас с вами плотный график, очень много номинаций и наград. Надо всех успеть наградить. И мы приглашаем сюда фестиваль «Любфест». Всем привет! Мы фестиваль «Любфест» и наш девиз с косплеером с любовью. Наш фестиваль будет очень рад увидеть вас 27 июля. И напоминаем, что мы каждого будем рады увидеть. И напоминаем, что подача заявок у нас до 30 июля. А также наша тематическая номинация «Раньше было лучше» будет на этом летнем фестивале. В связи с этим мы хотим наградить участника, который выступал сегодня. И засело наше сердечко, и думаю, ваше тоже. Это «Вокалоид» Мику Хацуна и «Снежной». Поздравляем вас и благодарим Любфест. Спасибо.
Итак, теперь на сцену приглашается Шрек. Добрый вечер. Приглашаем всех жителей 39-го королевства на наш фестиваль «Шрек-фест», который состоится в ДК Нагорный 25 августа. Мы ждем косплей не только по Шреку, поэтому милости просим. А сегодня мы хотим наградить Мил Лир, 416 номер. Спасибо, Мику! Прошу прощения, не сказали город. Шрек-фест пройдет в городе Москва, ДК Нагорный. Аплодисменты, Данил! Поздравляем! Спасибо, ребята! А мы продолжаем. На сцену приглашается представитель Алия-фест. Добрый день, ребята! Я хочу вас пригласить на фестиваль Алия-фест, который пройдет уже 4 августа в кафе «Зил» в городе Москва. Уже совсем скоро откроются заявки на дефиле, поэтому очень-очень вас ждем. Будем рады вас видеть. Мы перейдем к самому интересному, именно награждению человека. И это номер 170, просто имбирь, Лобенке. Иди сюда. Я ничего не вижу, надеюсь, ты идешь. О! Она здесь! Аплодисменты, друзья! Поздравляем! Спасибо большое! На сцену приглашается представитель фестиваля «Магикфест». Здравствуйте! Я представитель «Магикфеста», который пройдет 12 октября в Москве. И хотелось бы получить приз «Бэйби Лазанья Круэлла». Аплодисменты для Круэллы! Она здесь? Круэлла, ты с нами? Видимо, нет. Ну что ж, Круэлла обязательно получит свой подарок. Я думаю, она будет очень рада. Спасибо большое. Это всегда очень приятно, когда твой труд отмечают. Спасибо. И мы переходим к костюмерной мастерской «Назар Крафт». Я не представитель мастерской, к сожалению, представители уже уехали, но они передали приз для номера 188. Слайд, пожалуйста, 188. Я, к сожалению, кроме номера ничего не знаю. Ребята, это вам. Вы здесь? И они здесь уже поднимаются на эту сцену. Это вам от мастерской. Вам спасибо за номер. Теперь на сцену приглашаются представители ассоциации вигмейкеров. Аплодисменты. Всем привет. Были рады посетить сегодня ваш фестиваль первый раз. Я Мим. Я Рича. Мы мастера уже большим опытом. Получили сегодня огромное удовольствие от всех участников. И будем рады вручить два приза. Самым лучшим с точки зрения париков. Итак, награждаем Алекс Вильям, номер 212, «Магическая битва» на Нами Кендо. Сто двадцать шесть, Сахароза. Сахароза, ты с нами? Похоже, Сахароза уже убежала, поэтому мы обязательно передадим ваш приз. Спасибо большое! До новых встреч! Итак, теперь мы приглашаем на сцену представителя фотостудии Эдгар Студио. Всем здравствуйте, меня зовут Инани, я представитель фотостудии Эдгар. Это новая фотостудия.
в ней пока что две локации, но она будет все дальше развиваться, и все больше локаций будет в студии. А я хотела бы подарить... Ну... Все хорошо, поддержим! Это всегда очень волнительно. Я хотела бы вручить два подарочных сертификата. Один – скидка 50% на аренду любого зала в фотостудии. Это Гастон 458. Гастон, ты здесь? Ты с нами? Покажи, шикарный мужчина. Вот он, наш красавчик Гастон. Ты был шикарен. Поздравляем, спасибо! И подарочный сертификат на 2 часа аренды любого зала в нашей фотостудии. Хару Макачин. Аплодисменты! Хару Макачин! Вы здесь? Да, вот к нам бегут. Поздравляем! Вы тоже будете шикарны. Спасибо большое. Приходите к нам. Обязательно. Двигаемся дальше. Мастерская Vita Strive. Добрый вечер. Мы организаторы мастерской Vita Strive. Мы занимаемся всем, что нужно для вашего образа. Крафт, прикид, пошив, фотографии и все, что нужно. И сегодня мы награждаем номер 208. Скальпель Мори и Гин. Аплодисменты! Они здесь, они идут к нам. Поздравляем наших победителей. А теперь на сцену выйдут представители мастерской косплея Маркус и Ноу Панацея. Всем привет! Мы мастерская косплея Маркус и Ноу Панацея. Сегодня мы хотим наградить прекраснейших женщин. Номер 168. Я на нем впервые, и он очень классный. Во-вторых, я хочу вручить два спецприза от себя. Соответственно, это подарочный сертификат на бесплатную косплей-съемку с эффектами. И, во-первых, это будет Вики Грей, Роза Версаля. Аплодисменты! А с нами ты здесь. Энджел Тарцис, Яшинка, Сенсу Чингунь. Вот это поддержка! Поздравляем наших победителей! Спасибо большое, мистер Блэкфото! Спасибо, ребята, вы крутые! Двигаемся дальше. И наш последний спецгость – Кузница Кузнецова. Привет, Атом Коску. Я сегодня немножко не в стандартном формате и прихожу от Кузницы Кузнецова. Давайте еще немножко шума.
нашим организаторам замечательным и волонтерам всем. Для меня Атомкоскон такой фестиваль очень интересный. Я с него начинал свою карьеру в ивентинге, ну и, соответственно, здесь, опять же, очень приятно присутствовать. Вот, большое вам всем спасибо. И сейчас переходим к награждению. Я бы хотел бы от Кузнецы Кузнецова вручить приз номеру 424. Это Тарталья из Genshin Impact. Прошу на сцену. Тарталья, выходи к нам быстрее. Это было шикарно. Отлопаем. Спасибо, хорошего вечера. Спасибо большое, Кузнецы и Кузнецова. Ждем вас снова. Итак, мы перечислили и пригласили на сцену всех спецгостей. И мы, конечно же, благодарим их за поддержку. Посмотрите, сколько косплееров они поддержали. Ну и, конечно, мы не можем не поблагодарить обладателей спонсорских билетов. Спасибо, что поддерживаете фестиваль. Аплодисменты для вас. А теперь, друзья, перед тем, как мы перейдем к самой основной части награждения, это было преднаграждение, да, это еще не награждение, я предлагаю нам с вами немножко отвлечься и поиграть. Осталось подписать три грамоты. Итак, ну что ж, признавайтесь, кто предпочитает смотреть аниме с озвучкой? Поднимите руку. А кто предпочитает с субтитрами? Так, ну что ж, назревает настоящая битва. Смотрите, тогда это у нас будет субтитры, правая ручка, а это у нас будет озвучка. Окей? Итак, субтитры, озвучка. Значит, когда я машу рукой правой, вы кричите, соответственно, субтитры. Когда левая озвучка, ошибаться нельзя. Ну что, попробуем? Спасибо большое, друзья, за вашу вовлеченность. Даже не знаю, кто победил, вы как думаете? Я все равно не поняла, ребят, поэтому извините, награждать не будем ни одну половину зала. Ну что ж, кажется, мы можем двигаться дальше. И я приглашаю на эту сцену наших многоуважаемых членов жюри, которые трудились в поте лица все эти часы, не отвлекаясь. Ализа, Фрея, Нита, Юки, Алена Дэн, аплодисменты для наших прекрасных членов жюри! Привет, Атомкоскон! Как вам сегодняшний день? Расскажите, пожалуйста, ну-ка. А еще громче, что-то вам подарится. Вы, наверное, ждете одного очень важного события, да? Нет? Давайте тогда поговорим. Сегодня для нас, как членов жюри, был, наверное, один из самых сложных дней, поэтому мы тоже с вами сейчас подождем. Потому что сегодня у нас был очень сложный выбор. Я надеюсь, вы его оцените по достоинству. И у нас сегодня были некие камни преткновения. Но все, абсолютно каждый участник сегодня был наравне и
прекрасны абсолютно все. Невозможно выделить какой-то плохой номер или самый лучший номер. Вы все потрясающие. Просто похлопайте, пожалуйста, сами себе. Спасибо. И члены жюри хотят сказать пару слов. Ладно, я буду краткой. Я здесь второй раз. И все, что я могу сказать, что Дубна и фестиваль на Тонко Скона — это невероятно теплый, уютный фестиваль. И здесь очень крутая программа. Мы все очень крутые. Я бы хотела, во-первых, поблагодарить за то, что меня сюда пригласили в качестве жюри в этом году. Тоже сказать, что да, фестиваль с каждым годом становится все лучше и лучше. И нам действительно было очень тяжело выбирать, потому что все номера, все участники были на уровне. И это была фееричная программа. Спасибо вам большое за эту программу. Всем, каждому из вас. На самом деле, очень что-то сложно сказать что-либо после трех членов жюри. Мне кажется, уже все сказали, все, что только можно. Я бы очень хотела бы поблагодарить, господи, организаторов, членов жюри, которые здесь стоят, с которыми мы баталии устраивали в гримерке, потому что выбор, вы не представляете, был настолько сложный. Поэтому давайте похлопаем. Наши непревзойденные ведущие, которые участников из разных, действительно разных уголков всей буквально России. И большое спасибо всем, вот каждому из вас за то, что приняли участие в сегодняшнем дне. А мы начинаем, наконец-то, наше день рождения. Пожалуйста, извините. Итак, и начинаем мы его с выбора организаторов. Мы с Дестином выбрали одного участника конкретно вот как организаторы. А, ну да, это спойлер. Что ж, передаю слово тебе. А, хорошо, я зачитаю. Итак, награждается Мар Миллер, Аксел Блэк Кловер. Номер 204. Фигур. А, и по традиции атомного котика, вот нашего замечательного маскотика, которого, между прочим, получают еще и обладатели спонсорских билетов, получают и обладатели приза от организаторов. Поздравляю вас! Все, кто получил призы, вставайте за нами. Потом общая фотка, быстро встаем и плачем там, радуемся. Передаю микрофон Эйбрю Клосс. Сейчас мы быстренько называем победителей. Вы приходите, забираете Эйбрю Клосс как пакетик, а с жюрями обнимаемся. Все очень просто. И остаемся сзади для общего фото. Данечка, начинаем. Да, Кристиночка, начинаем. Итак, первая номинация, о которой пойдет речь, это фотокосплей. А конкретно фотокосплей в базовой ретуши. Итак, барабанная дробь, друзья. Барабанная дробь. По коленочкам постучали, как вы умеете, пошумите. Итак, третье место. Вики Грей в образе нарциссы Малфой. Фотообработка Войтенко. Мы поздравляем Вики Грей. Поднимайся к нам скорее. А пока я объявляю следующего победителя. Итак, второе место – Визара в образе Яника, фото и обработка Элис Юрик. И, наконец, давайте мы еще немножечко постучим по коленочкам.
барабанная дробь. И, наконец, первое место. Пуфа в образе Анна-Лизы. Фото и обработка Кира. Этот участник из другого города, поэтому он получит свой приз в электронном виде. И мы продолжаем. Да, спасибо за такие чудесные работы. Я надеюсь, все с ними ознакомились. И мы переходим к номинации «Лучший фотокосплей в сложной обработке». Итак, третье место. Ноу Панацея в образе ведьмы Рэнни. Фото и обработка Юр Хоров. Поздравляем! И переходим ко второму месту. Итак, второе место. Фотокосплей в сложной обработке. Малинка с образом Бобби. Фото и обработка Элис Юрик. Поздравляем вас. И, наконец, первое место. Сиси Чоколад в образе Лайлы. Фото и обработка Джерри Фокс. Это работа победителя. Фотограф, который также проживает в другом городе, получит свой приз дистанционно. И мы продолжаем. А следующая номинация, я уже вначале немножко про нее говорила, она тематическая, и она посвящена нашим юным участникам фестиваля «Будущее косплея». И в этой номинации побеждает номер 114. Руми, Евангелион, Аска, Лэндли. Аплодисменты! Наши члены жюри выбрали наиболее понравившегося им участника, чтобы его отдельно выделить и поощрить за какие-либо заслуги. Давайте же узнаем, кого они выбрали. Передаю микрофон Ализе. Не совсем. Спасибо. Да, поскольку, как все уже поняли, у нас была уникальная номинация для юных косплееров, и, безусловно, ну, в такой номинации должны победить все. Конечно, есть главный победитель, но остальные дети также получают свои призы, поэтому если вы здесь, пожалуйста, идите к нам. Так, а это Киру Киру и Люцифер Формаджик и Пионер. Пожалуйста, выходите к нам. Держи. А это вам. Вот так, вот так. Я всех знаю. Класс. А теперь мы продолжаем. Возвращаемся к Ализе. Да, я начну. Назову первого участника, которого выбрала я. Это Borderlands Амара. Участник Котовский. Котовский, вы здесь? Конечно, она здесь уже бежит к нам. Аплодисменты для Котовски. Спасибо, Ализа. А дальше свой выбор озвучит Юки. Награждается Альтер Бакалоид Мику. Большое от себя хочу получить приз Зельде.
Итак, теперь микрофон передаем Нити. Да, я бы хотела сначала сказать пару слов, почему я выделила именно этого участника. Я просто очень ценю всегда артистичность постановки дофиле, и эта участница меня впечатлила тем, насколько уверенно она держалась на сцене, и насколько профессионально она исполняла свой номер с идеальной улыбкой на лице. Поэтому свой приз я вручаю The Whale, Love Life. И по счастливому подключению обстоятельств у The Whale сегодня день рождения! Давайте ее все вместе поздравим! 3, 4! Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Поздравляем! Спасибо! И, наконец, микрофон переходит к Алене Тен. Здравствуйте. Да. Так вот, сегодня у меня необычный выбор жюри, а я думаю, что он самый лучший, конечно. Выбор жюри награждает Сахару и Махачеву. Кощей! Ну, это, ну, конечно, конечно, нет, все прекрасно, все лучше. Ну, похлопайте еще чуть-чуть. Спасибо большое, это очень мило, я всех от всего сердца поздравляю, ну а мы двигаемся дальше. У нас очень важная номинация, которую выбирали вы, дорогие зрители, выбор зала. И больше всего вам запомнился номер 486. Внимание на слово! Номинация «Один в один». Кто же, по мнению членов жюри, попал в яблочко? Итак, это номер 186. Награждается Никита! Это действительно было потрясающе. Мы все были в восторге. Спасибо. Отыгрыш. И в ней побеждает номер 210. Айте Айна Филита Джорджо. Итак, следующая номинация – лучшая постановка дефиле. И побеждает номер 410. Пятерка Чудаков! Костюм кино. И в этой номинации побеждает номер 444. Видрей Китай! Вы, пожалуйста, выходите к нам. Поздравляем вас!
спасибо за ваше прекрасное выступление. И мы двигаемся дальше. Итак, следующая номинация. Лучший костюм не формат. Побеждает номер 4-3-4. Команда 60 секунд. Гуманизация. Грибок. Поганка, мухомор и лисичка. Итак, следующая номинация. Лучший костюм по литературным источникам. Номер 164. Циянь Стасян. Демон хочет объятий. Мы переходим к награждению номинации «Анимация». Здесь было целых три места, и мы начинаем награждать с третьего. Итак, третье место в номинации «Лучший костюм анимация». Микрофон. Ура. Я бы хотела добавить, что в этой номинации, в номинации игр подалось большее число участников, поэтому у нас по три призовых места. Впервые на этом космон. Вот так вот, посмотрите, какая невиданная щедрость. Ну что ж, третье место, номер 484, The Pirate One, Джей, Отель Хартинг, Рук, Билик. Лучший костюм, анимация, второе место. Лучшие женщины на сцене, аватар легенда. Настало время объявить первое место. Лучший костюм анимация, первое место. Косплеер Курама! Мы вас поздравляем, спасибо, и двигаемся дальше. Следующая номинация – лучший костюм игры. Третье место. И побеждает номер 502 – Джеки Юниверс, Dragon Age 2. Итак, лучший костюм игры, второе место, номер 452, охотники за Стеллароном и любитель мусора. Thank you.
И, наконец, лучший костюм игры. Первое место награждается Гринч и Элис Люпин. Итак, следующая номинация – самый детализированный костюм. Это тот костюм, в котором наибольшее внимание уделялось деталям, где было много ручного труда и тонкой работы. И в этой номинации побеждает Рен Джи Си и Мизуки Геншин Импакт! Спасибо, мы вас поздравляем и переходим к номинации «Самый сложный костюм». И в этой номинации побеждает Вест. Overwatch. Вест с нами, поаплодируем. У нас также предусмотрены групповые номинации. И в номинации «Лучшее групповое дефиле» награждаются косплееры Эвил, жизнерадостный полиэтилен Катарина Гершин-Импакт. Итак, в номинации «Лучшее парное дефиле» награждается Куруно Стигма, Джейс Ред Найт, Тристан Стэмпир. И в лучшем одиночном дефиле побеждает косплеер Дитта Изабелла Мадрига. Так. Победитель, который забрал сложный костюм, лапку вверх. Самый сложный костюм у кого? Пожалуйста, твоя Ева прекрасна для новых костюмов! Ну что, друзья, а теперь нам точно с вами понадобится барабанная дробь, потому что... Следующим я объявлю гран-при. Пожалуйста, помогите мне немножечко сохранить интригу. Давайте, коленочки. Итак, кто же станет обладателем гран-при? Обладателями гран-при Атом Косфон 2024 становятся Капи Шрёдингера!
чем Атом Попкорн. Молодцы, ребята! Мы очень за вас рады, но остался еще один штрих. Итак, мы приглашаем на эту сцену Василия. От ретро-турнамент Events Ваши Forever награждается Даникс. Он здесь, он идет нам еще один чудесный победитель. Посмотрите, сколько мы наградили талантливых косплееров и не только. Поздравляем, спасибо большое. Проходите к нашим победителям. Итак, друзья, перед тем, как мы завершим наш фестиваль, мы должны с вами по традиции сделать общее фото. Я прошу приготовить фотографов свои камеры и оставаться на местах до закрытия фестиваля. Но сначала Владимир Никифоров, главный организатор нашего фестиваля, скажет пару теплых слов нашим зрителям и гостям. Я вам делаю небольшой подарок и не буду ничего много говорить, потому что вам всем нужно на трансфер. Поэтому я просто скажу, что я очень и очень рад каждому из вас. ДК «Мир» очень рад. Я очень рад всей своей команде. Сегодня волонтеры очень круто поработали. Проработала вся моя команда очень круто. Сегодня опять я называю, что сегодняшний фестиваль был самым лучшим из всех атомов. И я продолжаю называть это каждый год последние 3 года. Мы растем и достигли предела. Возможно, скоро будет двухдневный фестиваль, да не точно. Вот это новости, друзья! Инсайдерская информация, так сказать. Спасибо вам за то, что сегодня создавали весь день настроения на фестивале, и теперь мы хотим поделиться им с вами на нашем памятном фото. Итак, друзья, приготовились? Двигаемся все дружно вперед. Итак, друзья, улыбаемся, грамотки показываем, смотрим в камеры. 1, 2, 3. А теперь на счет 3 кричим «Атом». 1, 2, 3. Одно важное момент. Мы, не то чтобы мы забыли, мы потеряли пакет и хотели еще один пакетик дать нашему юному участнику. Камоля Ми, здесь она? Камоля Ми. Юный участник, иди сюда, мы тебя забыли. Давай поднимайся тоже. Давайте поаплодируем, мы забыли про еще одного участника. У нас все так быстро шло, вы сами видели, насколько у нас плотно, насколько жюри долго, сложно выбирали. И это тебе тоже за нашу участие в нашем фестивале, и давай еще раз подавайся, приходи. А вот теперь точно все.